ставки сделаны, ставок больше здесь не будет. Химкинские полицейские при поддержке бойцов Росгвардии накрыли подпольное казино в самый разгар игры. Заведение располагалось на цокольном этаже одного из зданий на Ленинградском шоссе и работало без вывески в течение месяца. Роль игорных столов выполняли компьютеры, а роль крупье – администратор заведения. Что входит в ваши обязанности? Выполнение карт на счет игрока. То есть денежные средства от граждан принимаете вы? Да. Что дальше вы с ними делаете? Все, ребята присаживаются, представляют карту, дают свое согласие. Администратору клуба, 31-летней уроженке Астраханской области, правоохранители избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Теперь полицейские разыскивают организатора подпольного казино.